А ты, чтобы с уважением относился к «Металлику». Предприятие «Металлик» вот, выпускает тяпки, самозаточки. Ясно? И не только тяпки, но и грабли, ну и почтовые ящики. Пойдем, тебе покажу еще. Ой, пойдем, где? А здесь вот делают почтовые ящики. А там их красят. Видал, Марсик? Я тебя проведу по предприятию. Немножко пройдись. А вот это пресса называется. Вот это все для того, чтобы тебе хлебушек покупать. Пошли, попробуем, пойдем. Видишь, все это пресса. Все это нужно. А там мой кабинет. Пошли. Ты хочешь мой кабинет? Пойдем. Пошли. Вон еще все работает. Тебя в кабинет поведу, где Александр Док сидит. У него тут скромненько все. Не думайте, что у него тут бархатное кресло. Иди, Максимчик. Иди. Вот он мой кабинет. Вот тут я сижу. Вот здесь мой компьютер. Вот это я в молодости с Геннадием Юшиным. Что, Марсюнчик, тебе нравится в моем кабинете? Вот у нас тут видеонаблюдение. Вот он мой рабочий стол. Записи мои. Вот оно мое кресло. Все, Марсюнчик, пошли. Пойдем. Все, никого нет, сейчас перерыв. Технический перерыв. Пошли. Не, предприятие работает. Ну, основная масса людей сейчас у нас на перерыве. Ну пойдем еще тут. Пойдем. Иди. Иди. Он работает. Пошли. Пойдем. Видел? Немножко. Не только же сад показывать. Иногда и предприятие надо. Вот она. Так, это только... А вон... Пойдем, Марсюнчик. Пойдем. Бельчик уже доедает косточку. Ну, пойдем. Пройдешь мимо Бельчика. Марсику мы не даем косточки. Боимся, ну, все-таки он, у него горло другое. Бельчик, он, видите, это машина по переработке костей. А Марсик, он... Ой, я что-то задумался. Все. Забылся. Подошел близко. Бельчик охраняет. Бельчик правильно делает. Охраняй не только тяпки, но и косточки свои. Ну что, Марсюнчик, пошли. Посмотрели. Это мы делаем охладитель, вот. Пойдем, я тебе охладитель покажу. Вот мы делаем, видишь? Это охладитель, радиаторы. Это когда тяпочки у нас закаливаются, я тебе покажу. Вот, это закалочный цех. И вода нагревается, чтобы ее охлаждать, мы делаем охладитель. А вот уже, видите, закаленные тяпочки после закалки. Это шпон. Все нужно, короче. Вот печи. Марсюнчик. Я тебе покажу. Печь, смотри. Смотри там. О, видал, как жарко? Да. 800 градусов. Видел? Все. Пошли. Поехали домой. Короткое путешествие. А это кран-балка наша. А это солнышко. Нас греет, светит. И дает нам жизнь. Ну что? Ой. Бельчик, пока, все. Пока, Бельчик. Все, Марсик. Все, пошли. Поехали. Садись. Давай. Марсик. Поздоровайся с Женей.
Жень. Добрый день. Добрый день. С Марсиком поздоровайся. Марсюнчик. Марсик. А Женя, кстати, твоего Лирика тогда, когда он сбежал с дома, вот, он его подобрал и нам вернул. Да, Жень? Да, было такое. Было дело сколько? Года 3-4 назад, да? Да, где-то так. Да, года 4 даже назад. Это кума подобрала. Ага. Это вам собачка не нужна. И ты ее домой себе забрал. Ну, это да. Она как раз буквально на квартал через вас. Ага. На Малиновского бегал. Видно, через проход убежал. Ну, он через огород. У нас огород не был загорожен, тогда не было ничего. И он убежал через речку там. Я помню, а ты нам его вернул, Лирика. Так что Лирик обязан тебе возвращением. Понял, Марсюнчик, какая история? Тут все связано. Все взаимосвязано. Все, садись. О. А это вот мы телефончик работаем. Ветер поднимается. Быстрее. Быстрее. Марсюнчик не хочет. Запрыгивай. Марсюнчик. Ну давай. Что, не хочешь уходить с металлика, да? Не хочешь. Вот я тебе помог. Все. Давай. Поехали. Вот так мы отвезли косточку Бельчику. И едем назад. Марсик посмотрел предприятие. А это Женя токарь. Он знает наизусть Шекспира. Подлинники. Ну, как токарь не очень, а Шекспира знает. Ну, мы ему за это и платим хорошую зарплату. За то, что он знает Шекспира. А не за то, что он умеет точить. А это Серега идет. Серега! Ну помаши человечеству! Мы ж с Марсиком снимаем видео. Марсик. Марсик, иди, Серега, поздоровайся. Подойди, Сереж. Или кто есть это? Я открою окошко. Марсюн, где там? Марсяня. О. Катайся. Как-то. Да мы косточку эту Бельчику привезли баранью. И он привез. А выпрыгнет. Не выпрыгнет, скажи. Не хочет уходить отсюда. Нравится ему тут. Я ему провел цех, показал. До вашего только не дошел цеха. Не был у нас, да, в гостях? Не был. Я свой кабинет сводил и в почтовый цех сводил. Ваш потом, вы приготовитесь. Угу. Он же был у вас, когда этот делали сегвей, помнишь, переделали? Да, да. Я же его привозил, мы примеряли. Он уже тут был. Ну что, тогда я закрываю ворота. Давай, Сереж, пока. Все, едем домой. Марсюнчик, ну что, классно у нас тут? Конечно, классно. Что, так и поедешь? С открытыми окошками. Ладно. Едем домой. Окно я закрываю, а то холодно. У нас еще не очень тепло. Ну что, Марсен, расскажешь Мирке, да? Как ты там видел, на предприятии был, что Александр Док на самом деле делает тяпки, а не просто языком ля-ля. Делаем, трудимся. Кто-то не верит, кто-то думает, что Александр Док олигарх. Да, что у него забор дорогой и дом, как один написал. Забор у вас сотку где-то и дом лямов 15. Думает, да, во-первых, дом... Никогда 15, дом в 3 ляма обошелся, а забор наоборот в 2 ляма, смех, а он его в 100 оценил. В общем, какой-то дядечка непонятный. И он говорит, олигарха меня называют. Конечно, комплимент, но дело в том, что он, знаете, что сказал, что говорит, ты жируешь на деньги трудового народа, а я вроде как не трудовой, я... 40 лет трудовой человек. А не знаю, что тут человек сделал. Как же я там забыл? Камелот, Ланселот или что-то, как, короче, я уже не помню. Неважно, кто их заходят, приходят, уходят постоянно эти завистники.
и считаю меня. Он, наверное, не видел настоящих домов, настоящих заборов. Это дядечка. С какой же он глухомани, что если он позавидовал вот этому забору из простого кирпича. Есть такие заборы шестиметровые, есть такие дома трехэтажные. А тут деревянный дом, обитый сайдингом под кирпич. И на тот нашелся завистник. Ой, люди, люди. Ну ладно, Марсенчик. Собачки лают, караван все равно наш идет. Наша цель не похвалиться, а поделиться. Потому что когда человек делится, он как бы изливается. Переполняется и изливается. Ну, у него возникает такая потребность. Просто. Что такое? Марсик, подожди. Что ты? Стой! Марсюш, или я не выключу? А, пипикает. Все. Ну, а потом, вы знаете, вот эти вот завистники, это в основном неграмотные люди, пишут с ошибками, с малой буквы, грубые, называют на «ты». Ну, прежде всего, если ты завидуешь, научись правильно. Так, сейчас я что-то. Научись правильно разговаривать, правильно писать. Хотя бы это для начала, а потом уже завидуй там забору или дому. Собственно, есть дом-то простейший, примитивный. У нас тут дома есть. Я как-нибудь повезу, покажу. Пойдем, Марсик. Покажу, какие в Кавказе есть дома. И мой, если будет на 10-м месте, то это еще хорошо. Заходи, вон они ждут уже. Походу дела поделился своим впечатлением. Ну что, Марсен, рассказывай. Рассказывай, как ты видел Бельчика, как ты был в Металлике. Марсенчик, подожди. Мирка, да дай же Марсенчика освобожу. Марсик, не крутись, ты мне руку закрутишь. Марсик. Ну дай, отцеплю. Мирка. Все. Отцепил. Ой. Тебе что ли? Сейчас пришел. Хозяин, хозяин. Терпел. Шутил, конечно. Лерочек, мы видели Женю, который тебя нашел, когда ты сбежал, понял? Помнишь его, Женю? Он тебе привет передавал. Ну что? Пойду. Марсика в одежду положу. Земляне, ну вот так вот мы и живем. Делимся всем, что можно, косточками. Видео. Уважаемые, обратите на себя внимание. Если у вас что-то не пошло в жизни, ну не я же этому причина. Я работал 40 лет. Вы видели, создал предприятие. А что ты создал, тот завистник? Что ты создал? Кроме вот этого вот комментария, что в твоей жизни еще было значительного? Да, Лерок? Ага. Ну что? Заканчиваем видео. Лерочек, помаши человечеству хвостиком. Вот ты умничка.